попробуем через мои глаза посмотреть на эти очень многие изменения. Да, когда мне было, извините, 15 лет, 85-86 год, СССР написала себе на заднице одно слово «банкротство», когда вдруг все исчезло. Прошло ровно 100 лет, как все для моих семей так или иначе поменялось. И этот человек абсолютно не сдался. Он абсолютно характером был безумно волевым человеком. То, что как бы строило меня как человека, у меня было внутреннее ощущение, что я не хочу их опозорить и не могу их опозорить. То есть у меня появилось очень много всяких желаний тоже быть большим. Шум мозгов. Ты помнишь, что мы остановились?